Привет всем! Сегодня у нас 28 июля. Вот такую вот картошку накопали. Уже крупная. Такая большая выросла. В этом году, наверное, картошка будет хорошая. Потому что в основном вся ровная, такая вот гладкая. Особенно вот этой вот много под кустом. Такой вот как овальная она формы. Ее прям вообще вот урожайный какой-то сорт. Ну и у нас тут больше в этом году розовые картошки. Сегодня к нам гости придут на день рождения, поэтому надо свежей картошечки такой вот приготовить. Сегодня тепло опять. 30 градусов. Жарище. Вот так петуния зацвела вообще красиво. Белая-белая такая. Ну и в целом так вот все потихоньку начинает цвести. Все цветы. Тут эти ромашки расцвели. Львиный зев потихоньку зацветает. Так вот флоксы цветут. Такие кустики. Ну и картошка, говорю, в этом году прям ботва такая большая. И под кустом должно быть много. Ну и в целом уже довольно крупная, еще целый месяц ей расти, поэтому пускай растет. Это с этой стороны вам покажу флоксы, такие вот кустики. Так что жара такая. На праздничный стол еще приготовим картошки, капусту с морковкой пожарим. В общем, баклажаны как-то в этом году не выросли, поэтому не знаю, может тоже немножко пожарим. С кабачками. Ну, вот так вот все. Тепло, жарко, вот прям так. Жарище. И немножко ветерок есть. Такая вот картошка. Ну, просто так немножко подкапываем, она сверху прям лежит. Чтобы крупную, чтобы мелочи-то не брать. Такая вот крупненькая. И в следующем кусту тоже вот такая вот. Хорошенькая красная, вот урожайная картошка. Вот столько грибов заготовили на зиму. И в небольшие баночки, и в побольше. В общем, такие вот заготовки получились. У нас 27 июля, и готовим большой торт на день рождения. В общем, здесь у нас 15 яиц. Желтки отделяем от белков, взбиваем сначала солью, потом сахар добавляем. 15 ложек сахара. Муки здесь у нас 12 ложек столовых. И получается 8 столовых ложек какао. Такой будет торт большой. Бисквит сейчас будем выпекать. Добавим еще, соответственно, вот эти ягоды от ирги. Собрали немножко. Тоже будет он такой вкусный. И, соответственно, разрыхлители немножко сюда, ванильный сахар. Ну, в принципе, все. Сейчас надо только все просеять, муку с какао, с разрыхлителем. И вмешать это все в тесто. Выливаем тесто в форму, застеленную пергаментом. Посыпаем ягодами. Вот они уже начали опускаться. И ставим скорее в разогретую духовку на 170 градусов. Ну и будем выпекать до готовности. Сегодня у нас 27 июля. У нас стоит такая жара. В общем, где-то, наверное, градусов 35 на солнце. Очень жарко. Пчелы вот так вот все повыкучились. Шапками, под ульями. Пооткрывали. Вот даже семейки, которые небольшие, у них не сказать, что прям там много и пчел. Они и те вот повыкучились. Прям жарко, прижарко. В общем, здесь тоже вон повыскочили. Так вот. Там и пчел-то столько нету, сколько повыскочило. В общем, очень жарко.
настоящее пекло. И в этом тоже он выскочили. Ты здесь так сидят. Рой вчера посадили в этот домик. Новенький раёк. Это в том тоже. Яблочки все растут и растут. Уже вот такие вот висят. Эти должны быть покрупнее. А вот на той яблоньки помельче. Это здесь тоже такие вот висят. Теплица вот тоже. Уже огурцы повыросли. И вот так вот поповяло все от жары. В общем, то дожди прям сливают, то наоборот похолодание, то несусветная жара. Такой у нас климат Новосибирской области. На улице жарко, коты наши дома отдыхают вот так вот, спят. Такой вот получился бисквит, пышный, высокий. И готовлю крем. Здесь у нас две плитки шоколада и получается, наверное, неполный стакан молока. Здесь у нас банка вареной сгущенки. И еще масло надо будет сливочное растаять и добавить. Такой получится крем. Опять жарище вот. Домики продолжают быть вот так вот приоткрыты, крышки. Жарко прям очень. Но пчелки работают хорошо. Несут и несут мед.